В этом году общий фонд конкурса 150 тысяч рублей. Каждый участник может рассчитывать на сумму не более 25 тысяч. Творчество, экология, здоровый образ жизни. Проекты могут быть реализованы по основным направлениям государственной молодежной политики. Тема не настолько узкая. В прошлом году была тема добровольчества. То есть в эту тему могли, наверное, включиться не все, а только те организации, которые осуществляют эту деятельность, поэтому в этом году мы ожидаем заявок, конечно же, больше. Пока поступило лишь два обращения. Они направлены на вовлечение молодежи в творческую деятельность, но время еще есть. Заявки можно направить по электронной почте, либо принести в 27-й кабинет управления образования. Мы до 29 марта принимаем все заявки, затем конкурсная комиссия их отсматривает, и уже 10 апреля состоится очная защита этих проектов, на которой будет решено, кому присуждается победа и какие финансовые средства будут выделены. Организаторы советуют обратить внимание на содержание заявки. В ней нужно отразить всю информацию о проекте. Правильность оформления можно посмотреть на сайтах городской администрации и управления образования.